Сука крутится. Ты дурак, что ли? Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка, крошка, стаканчик, секрет, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здравствуйте, мужики. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы скачали для вас очень большой пак боссов. И рубрика называется «Какой босс самый крутой?». Если видите, кушайте, приятного аппетита, а мы будем делать крутой обзор. Погнали! Бэтмен, Визионал. Ого. Это он мочит, да? Походу. И чё он, давайте, всё вот это и всё, что может. Поехали дальше. Black Dog. Опа! Ого, меня лупанул. А чё он такой неадекватный? Давайте его поближе поставим, на. Отцепись от меня, башка. А чё, у него голова человеческая, что ли? Так, давайте дальше, потому что нас реально очень много. Бугимен. Ого! На тебе кувалды по башке. Сразу лупашит. У него противогаз. Ну, я вижу, все четко. Сейчас газа не боится. Ничего не боится. И, кстати, очень быстро ходит. На, кувалды. Ну, немножечко косой. Бунимен. Ух ты! С какой-то игры, кто знает, напишите. Какой-то неадекватный. Ого, классные звуки издает. Отвали от меня! Какой-то он неадекватный. А что, наверное, за мной? Вот, пацаны, смотри. Вот, пацаны, видишь? Убивает всех. Ну, нафиг, я тебя удалю. Какой-то неадекватный. Бучер, Кнайф, Патент. Ого, побежал сразу. Патент. Ты его кричит? На! Топориком по башке. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся записать очень крутые рубрики и поднять людям настроение. Все это все, что он может? Слышь ты! А я тебя удалю перед самим носом. Дарю. Красолиат. Солид какой-то. Ого, ты видишь? А сколько это игры знакомо? Где ты уж такое видел? Ты что, он прикольно лупашит? Погнал, следи как он. Какой-то он медленный, да, немножко? Может, он больно бьет. Нет, какой-то арахит. У нас есть дальше очень крутые боссы. Дук Нига. Как крутится. Ты дурак, что ли? Смотри, что он делает. А что это за ниндзя недоделанный? Первый раз такое вижу. Ребята, в Гаррисоне первый раз такое перемещение. Просто сальтухи крутит. Какой-то неадекватный ниндзя. На, всех отлупил. За мной, что ли, летит? Сейчас по жопе надерет. Да-да-да, за мной летит. Нет. Короче, ну тебя нафиг. Ниндзяо. Инженер. Ух ты, что это? С какой-то игрухи, пацаны. Импортер. Да? И чё, всё? Ого, он разгоняется, вы видели? Ну такой неинтересный, у него нет каких-то способностей. Франк Манера. Опа, пошёл, вот это мне уже нравится, псих. Да? Да. А, точно. На тебе биты по башке, псих какой-то жопатый. Давайте дальше, у нас есть более интереснее. Фредди Крюгер. Воу. Давайте отключим. Посмотрим, рассмотрим его. Смотрите, какой жесткий. Какой красавчик. Это уже, знаете, одни из самых таких топовых боссов, которые здесь есть в этом паке. Зря вы его оскорбляете, зря. На. Побежал псих. Но он медленный, вы заметили? Он какой-то не быстрый. Давайте еще раз поставим.
О, быстрее побежал. А, когда его дамажишь, он медленнее бежит. Все сходится. Ладно, у нас есть Golden Skeleton. Кто знает откуда... Прикольный мемный скелет золотой. Вы знаете, как он тарахтит, когда бежит? Смешной скелет. Вы можете не стрелять, они бессмертные вроде бы. О, давайте проверим, смертные или бессмертные. Потому что, помните, в тот раз мы записывали пак, они были бессмертные. Пацаны, они бессмертные, можете не стрелять. Гром. Ух ты, какой-то неадекватный. Сразу мне нравится, как он лупанул. И чё, он просто как дурачок орёт и всё. Ха-ха, подходить нельзя. Жакет. Воу, кто это такой за псих с битой? Это из GTA тоже. Да? Ха-ха, такой звук битой. Ха-ха-ха, по башке, чпоник-чпоник. Это надо арену делать с ними, записывать, когда выходит босс какой-то и умочит пацанов. На. Он просто на. Вот этот четко бьет по башке. Ребята, сейчас будет один из самых топовых тоже боссов. Готовьтесь, на. Это Джейсон. А он не с первого раза убивает. Не с первого раза? О, получается, с двух раз он по 50 хп наносит. Да, прикольно. По 60. Ну получается, да, два раза по 60, 120. Вот это псих он какой-то. Так, следующий у нас. КТ. А, кстати, тут я должен быть скримеры кидать. Он кидает скример? Воу, видели, какой скримачок прикольный у него? На тебе. Кстати, он просто подходит и убивает сразу. А ну меня убей, челик. Да, просто царапает когтями. Хорошо, следующий. Киллер Крок. Ого. Так, это с игры Batman Arkham Knight вроде бы. А чё он так наклоняется, что ли? Да, и звук даже такой же самый, как в игре, нет, когда бьёшь. Ха-ха-ха. Бочины бьёт. Самое главное, что они бессмертные, они просто есть, и убить их невозможно. Просто бегает как дурачок, и ничего не происходит. Следующий у нас. Мичит Патрик какой-то. Может, неправильно прочитал, но мой английский хорош. На. Просто бегает без труханов и мочит пацанов ножом. Ты что, псих? Эй, я тебя породил, я тебя не удалю. Митчел Майер. Воу, вот это уже класс. С фильма. Кто видел этот фильм? С какого фильма? Кожаное лицо. Кожаное лицо. По-моему. Деревянная жопа. Офигенно. Просто ходит с тобой и все, хочет тебя замочить. Но у него ничего не получается. Плохо, что в них нельзя вселяться, или можно? На тебе. Его невозможно убежать. Это просто жесть, какой-то псих. Хорошо, дальше у нас. Мохавк Психо. Опа, с какой игры? Borderlands. Borderlands, правильно, псих бежит. На! 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 Ха-ха-ха, такой звук прикольный! Но он такой не сильный босс, какой-то слабенький, да, пацаны? Да. Не-не-не, ты неинтересный. Следующий. Найтстик Патьем. Да, блин, слышь, отпусти меня, псих! Пацаны, хочет меня убить. По 20 секунд. Ну? Очень долго дамажит, неинтересный персонаж. Олдер Твин. О, пошел. Опять голожоп с ножом. Откуда вы беретесь? Представьте такого босса увидеть. Я бы от него просто убегал. Далеко и надолго. А я бросался. На тебе, с одного раза дамажит. Ты видел? Не? Я понял. Психа. Ух ты, с Бордерлендса. Был. Я его просто уже мы ставили, похоже. Регин Гуляч. О, прикольный, смотрите какой. Интересный персонаж. Он сильно бьет. Куда он побежал? Я тут.
У него голова получается или что? А-а-а! Бешеный Эстер Джим получается. Похоже очень. Ранжел Психо. Тоже из Бордерлендса. Не, ребят, давайте что-то такое прям прикольное. Скайри Кроу. Прикольный, прикольный челик. Тоже из Бордерлендса. Какой-то патент. Смотрите его. Это жесть. Да-да-да, это псих. Так, ну нафиг тебя, какой-то неадекватный псих. Супер-мутант. Ого! Ничего себе кабака, смотрите, что делает. Да ты что, здоровый, ну тебя нафиг, псих. У него тележки с этого на спине, или что это у него, клетки? Да не, ну тебя дурачок какой-то. И гвозди не беру. Тесла. Эй, что за меня? Прикольно, вот этот мне нравится, очень интересно сделаны. Тесла рулер. Не умирает, не хочет. Даже не пригвождается. Трихофобия. На, опять голый скелет какой-то психованный. На, воу, скример классный, видели? Ну нафиг. Не-не-не. Какой-то унамед патент. На, дурачок что ли? Ой, да, ты какой-то неинтересный босс. Разве что ты бессмертный. Вардиленд какой-то. Воу. Призрак, точно. Нормально гасит. А, я думал, скримачок будет какой-то интересный, не? Да ну нафиг, ты стрёмный. Монстр. Что? На тележке кусает. Кстати, это первый какой-то странный монстр очень. Не, какой слабый. Чё он делает? Да Макс слабый, да? Да. Ну, мочит. Ну, очень слабо, да, поддерживает. Вреч. На тебе, какой-то кабан на двух задних лапах. Чебык, чекабан. Свинья, это свинья, самая обычная. Свинка. Ну. Какие-то звуки очень классные издает. Нет, неинтересно. Йонджер Твин. О, опять голый мужик с ножом. Странный пак. Очень странный. Че он так ходит? Может он так и ходит еще раз? Да, он нормально ходит. То анимация как-то странно сработала. Где я люблю убивать. На. Гонялся за одним и убил другого. Зорк. Воу, что за челебиздрик смешной? А я бегу. Пацанчик мочить. Эй, ты чё, псих что ли? Я тут. Давай, мочи меня. Я думал, скримачок будет. Очень классный босс. Ребята, напишите в комментариях, какой больше всех босс вам понравился. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.